Друзья, всем добрый вечер. Сегодня с вами я, Алена, вы на моем канале с клиническим психологом-биохакером. И сегодня мы с вами говорим о соцзависимостях, о соцсетях у подростков. Как повлиять родителю, друзья, на состояние вот этой зависимости у подростка? Можно ли помочь ему? Конечно, можно. Таких детей у меня было очень-очень много, таких семей было у меня очень много. И действительно, здесь большое влияние имеет не только психологическая помощь, не только психологическая защита, но и нутритивная поддержка. В те моменты, когда у меня подросток отказывается от каких-либо зависимостей, от каких-либо игр, от каких-либо соцсетей, мы понимаем с вами, что действительно, друзья, подросток выходит на новый уровень. И здесь важно помогать его состоянию психики. Здесь важно смотреть за витаминами группы В. Здесь очень важно поддерживать действительно статусы микроэлементов, которые истощаются, и подросток может из-за того, что имеет какие-то нарушения психовегетатики, да, впадать в зависимость. Ключевые моменты В6, В12, витамин D играет очень сильную, такую важную, мощную роль, когда у ребенка начинаются депрессии и состояние тревожности. Это под контролем анализа вы должны сделать, сдать и помочь, собственно говоря, своему близкому человеку. Далее, соцсети, друзья, когда погрязают дети в соцсети, когда мало спорта, мало общения, мало загрузки и есть какая-то эмоциональная подоплека. У меня вот за последние 2 года, я не знаю, уже сотни, наверное, родителей, которые приходят в консультацию с тем, чтобы помогите Алена справиться с проблемным подростком, понимаете, раньше у меня были неврозы, тревожники, взрослые, детки, но сейчас в основном идут подростки, не знаю почему, но вот так сложилась сейчас у меня судьба, потому что больше всего я вижу детей с соцзависимостями, с зависимости от психоактивных веществ, с такой психологической тревожностью, и здесь, друзья, я очень сильно работаю с семейной ситуацией и помогаю родителям разобраться, в чем же здесь причина. Но я как превентивный психотерапевт, да, клинический я психолог, многие обращаются ко мне только с этой задачей, но я помогаю обратить внимание вот на что. Если, друзья, у ребенка очень сильные проблемы с тревожностью, я смотрю в сторону нутрицептиков. Всегда. Всегда магний даем, всегда В6 даем, всегда смотрим, что с омегой, что с лецитином, холином, с текучестью мембран, для того, чтобы ребенок мог получить, ну, подросток, ребенок, его организм мог не затормаживать в условиях того, что происходит в современном мире. Если эта тема вас беспокоит, напишите мне, пожалуйста, под видео, я создам условия, в которых вы сможете получать качественную информацию о том, как можно по-другому помогать.